Я бы не хотел бы завтра, например, да, чтобы мои дети или мои братья там участвовали в войне против азербайджанов, против моих братьев, понимаете? Потому что по договору с ОДКБ мы обязаны, если вдруг что-то не так, то мы обязаны воевать с Азербайджаном, то есть на стороне Армении. Я бы этого категорически не хотел бы. Поэтому я считаю, что с ОДКБ Казахстану давно нужно выйти. И особенно сегодня, когда идет война между Азербайджаном и Арменией, я прям вижу, что Кремль прям так и хочет нас втянуть в этот конфликт, так и хочет нас, значит, чтобы мы убивали своих братьев, тюрков. То есть я вижу в этом, я высказываю свое личное мнение, понимаете? Поэтому говорить о том, что мы нерушимое братство, мы славяне, там славянское какое-то братство, причем тут мы, казахи? Мы разве славяне? С каких пор мы стали славянами?